Зацеп голени. Ну, зацепов голени есть несколько вариантов. Сейчас я покажу зацеп как комбинацию от передней подножки. То есть я вывожу противника на переднюю подножку, нагружаю его ногу. Спина моя прямая, и всем весом я наваливаюсь на его правую ногу, нагружая ее, давлю туда. Он должен стоять жестко и упереться. Затем я, не изменяя направление усилия, просто цепляю его ногу. Нога цепляется вот таким круговым движением. Загрузил всем весом, своим видом и захватом. Показываю, что я буду сейчас делать переднюю подножку. Противник, естественно, упирается, занял такую жесткую позу, а я вместо передней подножки разворачиваю ногу и делаю зацеп голенью. Какая важная деталь? Я не должен менять направление своего усилия. Вот я как давил на него в эту сторону, я так до конца должен продолжать давить. Тогда он, пытаясь сместить вес своего тела на другую, вот на эту, на левую ногу, практически падает сам. Мои усилия вот в эту сторону не направлены. Вот это основная ошибка, когда начинаю делать зацеп и руками толкать вот туда. Противник сразу вытаскивает ногу. Поэтому самая главная особенность этого приема – то, что вы должны свое усилие прилагать именно в том направлении, нагружая в данном случае правую ногу. А зацепляя левую его, противник, получается, что он падает сам.